22 иркутских школьника решили побороться за главный подарок от новостей по будням. Число 10 играет в их жизни, прямо скажем, знаковую роль. Ведь все они ученики 10 класса 10 школы. С теми, кто вместе постигает азы науки и армейской жизни, встретилась Юлия Поспеева. Смирно! Шагу! Чтобы так четко и слаженно шагать, главное слушать и выполнять команды учителя всем как один. Анна Воронова в строю 10-я. Чтобы звук от ее шагов был самым громким, на уроке по строевой подготовке всегда надевают туфли с железными набойками. Сегодня девушка была на самых высоких каблуках. Она и еще 21 ученик 10-й школы Иркутска – ученики 10-го кадетского класса. Звание кадетов носит уже 4-й год. В 7-м классе каждый принял присягу. В торжественной клятве 10 пунктов. Попасть, чтобы сюда, у нас идет критерии. Из 6 классов у нас выбирают, идет строевая, так скажем, на 9 мая, которая... Вот и выбирают, какой лучший класс промаршируют. Сейчас в этой школе 5 кадетских классов, с 7 по 11. Создать их решили в честь пятиклассника этой школы Олега Витязева. Он посмертно награжден орденом мужества за спасение тонувшей девочки. Суметь быстро среагировать в экстренной ситуации и выжить самим учат кадетов на уроках по медицинской помощи. Внимание уделяют больше практике. Например, как наложить шину при закрытом переломе или привести в чувство человека без сознания. Полученные знания на таких уроках помогают ученикам и в дальнейшей учебе, и в жизни. У нас поступили в военную академию в Ленинграде, пройдя огромный конкурс. Это были единственные парни из Сибири, которые прошли. Ребята наши поступают туда, куда они хотят. В списке достижений этих школьников не один десяток грамот и наград. Эти ребята не только учатся почти все на отлично, но являются победителями ряда соревнований и олимпиад. Коллекция наград кадетского класса пополнилась 3 дня назад вот этим кубком. Его ребята получили за первое место на областных соревнованиях дружин юных пожарных. И сейчас эти кадеты будут представлять уже Иркутск на всероссийских соревнованиях юных дружинников. Получит ли кадетский класс главный приз от программы «Новости по будням» ЖК-телевизор, зависит от вас, уважаемые телезрители. Если эта история о числе 10 заслуживает быть лучшей, отправляйте смс с текстом «Иркутск-6» на номер 7545. Юлия Поспеева, Александр Храбкин. «Новости по будням».